В Мухаршибирском районе соседней Бурятии нашли тело 10-летней девочки, которую спрятал под кирпичами в подполье заброшенного дома несовершеннолетний. По информации Следственного комитета, школьница возвращалась домой с уроков. По дороге между ней и 15-летним подростком завязалась ссора. Дети забежали в заброшенный дом, где в ходе драки девочка кинула камень в подростка. Тот дал сдачу своей обидчице одним смертельным ударом по голове. При осмотре трупа было установлено, что труп с признаками насильственной смерти. При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, совершившее данное преступление. Данное лицо оказалось несовершеннолетней, 1998 года рождения. Теперь 15-летнему парню придется отвечать за содеянное. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105 части 2 Уголовного кодекса «Убийство малолетнего». Анастасия Удовиченко при содействии телекомпании «ТВКОМ» Улан-Удэ, ЗАП-ТВ.